Сегодня по всей стране проходят генеральные репетиции Парада Победы. Чувашия не исключение. Юлия Важенина и Андрей Спиридонов узнали, как готовиться к главному событию на Красной площади в Чебоксарах. Четко заданный темп, отточенный шаг в такт музыки. Генеральная репетиция Парада Победы – возможность еще раз проверить, все ли готово. Это уже четвертая репетиция по счету. Тренировка, она по жизни всегда нужна, потому что без учения в бой не пойдешь. Поэтому также и здесь строй идет неплохо, есть мелкие замечания, которые мы будем устранять. Вот. А так, в принципе, мы на 99,9% готовы к параду. В этом году парад техники условно поделен на три части. Первая – историческая. По площади пройдет настоящая военная техника, в ее числе и легендарная «Катюша», вернее, ее полная копия. Во второй части зрители увидят машины и оружие советских времен. Завершит парад вооружение, которым оснащена современная армия. Кстати, в строю представлено военное оборудование производства Шумерлинского завода. Всего же в параде задействуют более 80 единиц техники. Общественной организации ветеранов боевых действий «Доблесть», председатель Яковлев Владимир Николаевич. Ирина Митрофанова приезжает на парад каждый год из Новочебоксарска. В этом году решила посмотреть репетицию. От парада я каждый год, я когда приезжаю, я всегда от него в восторге. Замечательное прохождение военных, военной техники, кадетов, военного оркестра. Смотря на этот парад, ты заряжаешься оптимизмом. Оттачивают свое мастерство и активно готовятся к параду участники сводного полка Чебоксарского гарнизона, кадеты, парашютисты и оркестр управления Росгвардии. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика.